Пассажиров и их багаж будут досматривать на всех видах транспорта. Соответствующий закон вступил в законную силу. На вокзалах Барнаула осматривать пассажиров и личные вещи будут спецподразделения МВД. В их арсенале сканеры и металлодетекторы. Пассажиров, которые откажутся от осмотров, транспорт не пустят. Новый закон стал ответом на теракты в Волгограде. Напомню, в конце декабря прошлого года за одни сутки там произошло два взрыва на железнодорожном вокзале и в троллейбусе. На вокзале в столице Алтайского края, как и по всей стране, пассажиров стали досматривать при входе и выходе. Если пассажир вызывает подозрение, то мы, значит, производим личный досмотр его вещей. У нас есть досмотровая комната, где приглашаем сотрудника полиции, охранника. Меры безопасности усилили и на автовокзале. На входе установили рамы, металлодетекторы. Вся территория оборудована более 40 камерами видеонаблюдения. Дежурит служба охраны. Сейчас пассажиры досматриваются вручную, но вскоре будет установлено специальное оборудование. Сотрудники утверждают, что, к счастью, подозрительных предметов обнаружено не было. И в ближайшее время будет установлено еще дополнительное оборудование, чтобы проводить полный досмотр пассажиров. Это будет... Как в аэровокзале, интроскоп, он будет установлен.